Фарфоровая пустыня – уникальный природный феномен в штате Нью-Мексико на юго-западе США, недалеко от границы с Мексикой. Эта пустыня белых снегов не имеет аналогов в мире. На самом деле, в пустыне лежит, конечно, не снег, но и не песок. Белое порошкообразное вещество, из которого сложены местные дюны – это гипс, или вернее его разновидность – селенит. На площади в 700 квадратных километрах раскинулось самое большое в мире море белоснежных селенитовых кристаллов, переливающихся под палящим солнцем. Своему происхождению фарфоровая пустыня, или White Sands National Monument, как она известна в мире, обязана находившемуся здесь около 100 миллионов лет назад морю. Под воздействием солнца море обмелело, после высохло, а потом в окрестностях начался процесс горообразования. На склонах гор застывала корка из пластов выпаренного на солнце селенита. Проходили миллионы лет, и порывы ветра взламывали пласты и уносили песчинки к хребту Сакраменто. Так появилась гипсовая пустыня, дюны которой протянулись на 40 километров. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.